На данной выставке мое внимание больше всего привлек именно этот зал, его экспозиции и историческими ценностями, которые пополняются каждый год. Очень приятно знать, что дело наших отцов, дедов и прадедов не было забыто и увековечено в памяти людей. Ведь нельзя забывать то, что победа в этой освободительской войне против немецкого нацизма была выиграна в большей степени усилиями наших сибиряков. И также я узнал очень забавный факт, что наша назаровская сгущенка начала свое производство именно в годы Великой Отечественной войны, в первую очередь для советских солдат.